за баллисту! Давай же, Сарев, продолжай стрелять. Сейчас или никогда. Ты должен убить его. Ты справился. Жаль, я не могу тебя обнять. Силу кристалла. Не будем томить девчонку ожиданием. Чем быстрее она отведет нас к черепу, тем лучше. Чужеземец! Демонова кровь! Постой! Я Аратрок, вождь и шаман клана Красного Черепа, давший клятву защищать это место. Я чую, дух демона оскверняет его. Чтобы идти дальше, одолей меня в битве! Оставь коварные уловки демонам и колдунам! Один на один! Меч против меча! Чья сила больше? Чья душа чище? Даю слово чести, если победишь, они тебя не тронут! Ради всего Ургаша, Сарев, не трогай других орков! Убей только Крикуна! Похоже, эта сфера — ключ. Вот только от чего? Прекрасно. Теперь сделай то, зачем мы пришли. Я здесь чужак. Больше не попадайся нам на глаза. Аратрок мертв. Горе нашему племени. Уноси ноги, чужаки. Иди, чужак. Орки тебя еще раз увидят, чудовище. В
У меня нехорошее предчувствие. Знакомое существо. Пленный циклоп? Ну надо же. Должно быть, он стережет выход. Да, да, убей его!
Поразительно. Ты убил циклопа. Какая мощь. Мой великолепный Сара. Достойный наследник своего отца и достойный преемник. Фу, гигантские пауки. Где один, там и десять, будь уверен. Разумеется, он мертв и служит Орантиру. Целься в глаз.
как мы впервые пришли в Стоунхелл, я многому научился. Как ты силен! Отлично! А теперь идем! Этого-то мне и не хватало. Жаль, я не могу всюду возить ее за собой. Моя. Нас ждет Некрополь и весь мир. Механизм. Но что он открывает? Стала одной из них. А, так вот зачем ее бросили в яму с пауком. Она стала личем. Бедняжке всю жизнь уготовано быть спешкой. Сперва в руках Менелага, теперь Эрантира. Сары, сыну демона. То, что ты забрал у меня. Твою жизнь. И душу кровожадной самки, что свела логово в твоей голове. Быть может, мы встретимся вновь, связанные твоей. Мой повелитель, возлюбленный мой, череп теней. Он взывает к тебе. Мы стали сильнее. Могущественнее. Магия смерти Эрантира не сможет нас погубить. Вместе мы неуязвимы.
Убирайся! Вижу, ты возмужал со времен нашей последней беседы. Но ты пришел не один. И в интересах честной схватки я тоже призову. Ну, вот и финал. На моей стороне столетия упорного труда. На твоей жалких 20 лет жизни демона-недоучки. Попробуй понять, какая демонова отродья. Магия и некромантия. Жизнь и смерть. Разными одной медали. Мой демон. Ритуалы Ургаша и Хаоса. Вы разрушение в чистом виде. Отрицание венец извращенной природы. Двойная душа. Личное сердце. Одной раны. Одной ногой здесь, другой в аду. Я не позволю тебе открыть тебя. Гарантир. Судьба Эшена в отличных руках. Мое величество больше, чем я смел надеяться. О, я предвижу реки крови и пламя пожарищ. Череп наш, любовь моя, а с ним и весь мир. Но позволь спросить, так ли уж нужен тебе отец, чтобы править Эшеном? Мы бы справились и без него, ты и я. Скорее, мы прошли этот путь вместе. Вместе нам и завершить его.